В 12-й раз предприятия организации учебные заведения Ленинского района города Бреста принимали участие в смотре-конкурсе по комплексному благоустройству. Победителей и призеров награждали в 5 номинациях на лучший дом, двор, балкон и территорию. В нынешнем году в состязаниях приняли участие более 30 предприятий и организаций. Активно включились в соревнования учебные заведения и частные лица. Комиссия, рассмотрев представленные материалы, было приятно удивлена, и нам пришлось, по два места, и первых, и вторых, и третьих, присуждать именно, учреждениям образования Ленинского района. Сделать свой двор красивее много средств не нужно. Достаточно просто содержать его в чистоте. А вот чтобы придать европейский лоск и комфорт, необходимо найти единомышленников и включить фантазию. На предприятии «Брест-Водоканал» постарались сделать уютнее не только свою территорию, но и прилегающую. Его работники готовы делиться комфортом с жителями близлежащих домов, так же, как и коллектив средней школы номер 18. В оформлении двора и клумбы принимали участие и педагоги, и дети, и родители. «Водоканал по этой тематике работает, наверное, с момента своего основания. По большому счету участвует, когда начались эти конкурсы, одним из первых предприятий. Ну а тема была, чтобы людям было красиво, приятно приходить на работу, уходить. И не только, и тем лицам, которые проживают вокруг водоканала, чтобы было где-то отдохнуть, прогуляться. Ну и просто насладиться». В этом году очень-очень постарались принять участие в этом конкурсе, разработать новые дизайнерские проекты. Мы консультировались, мы общались, нам помогали и родители, как материально, так и какими-то советами и подсказками. Вместе с тем в городе уже выработался системный подход к благоустройству. А это значит, что клумбы, зоны отдыха, беседки и малые архитектурные формы не только придают эстетический вид, но и несут воспитательную функцию. Когда человек находится в такой среде, благоустроенной, наверное, не поднимется ни у кого рука бросить что-то, или сломать что-то. Я думаю, что это все, воспитывает людей. Порядок в городе начинается с его жителей, с его среды обитания. И сделать любимый Брест ярче и красивее по силам каждому. Ирина Альшова, Андрей Щерба, Антон Луговкин, телекомпания «БУК-ТВ».